2 глава, 41 стих. «Итак, охотно принявшие слово его крестились, и присоединилось в тот день душа около 3000». Крестились только те, которые приняли слово, или все 3000 крестились? Те, которые приняли слово и сказали, вот вода, что препятствует креститься? А веруешь ли? Верую и исповедую Господа, что Он умер за меня. Все. В этом было все исповедание, весь символ веры. Ага. Так, а вот 42 стих. «И они постоянно пребывали в учении апостолов, в обещании и преломлении хлеба». Не в обещании, а в общении, в общении. Да, простите. А вот это преломление хлеба, это что? Не знают, что. Напоминает, или просто обедали, или причастие было. Понял. Спаси Христос, отошел. Да, просто. Ну все тогда, я тоже отошел.